В субботу активисты Ивановского народного фронта провели первое заседание дискуссионного клуба «Народный эксперт». На этот раз участниками обсуждения стали родители, педагоги и школьники. Тему организаторы обозначили как ЕГЭ – поиски новых смыслов. Действительно, система единого госэкзамена, по мнению собравшихся, имеет существенные недостатки и, возможно, требует пересмотра. Например, обязательно ли сдавать ЕГЭ тем, кто не планирует поступать в вузы? Все мнения и инициативы, высказанные в ходе дискуссии, будут представлены на круглом столе, который состоится в Центральном штабе Народного фронта. Мы будем обсуждать вопрос поиска новых смыслов, альтернатив единому государственному экзамену, как его нужно развивать и как его совершенствовать. Ведь потому что ни для кого не секрет, что вот сейчас весна, каждый родитель, каждый школьник, в том числе педагоги, переживают, как их ребенок сдаст единый государственный экзамен, какие подвохи ждут наших детей и так далее и тому подобное. Конечно, этот вопрос будоражит все общество, поэтому, безусловно, наше ивановское отделение не может остаться в стороне.